дал старт. И бег со старта повела Казарка. Здесь же Купчиха, в спине Зевс. Сбоил Карфаген. Итак, лидирующая группа подходит к отметке первой четверти. Первая четверть за Купчихой. За 33,3 секунды пройдена первая отметка дистанции Купчихой. Итак, Купчиха возглавила очень уверенно бег. В спине у нее, практически в спине, в колесе Зевс. Здесь же Казарка бровкой. А далее лошади растянулись по дистанции. Карфаген, Лайнер и Дарьял. А лидирующая тройка подходит к отметке второй четверти. Вторая четверть за Купчихой. 32,6 секунды. Лошади очень плотной группой идут. Лидирующая группа очень плотно двигается впереди. Подтягивается Лайнер к Карфагену. А тем временем Купчиха подходит к отметке третьей четверти. Итак, 32,5 секунд за Купчихой, третья четверть, лошади на финишной прямой. Внимание, финиш.